Шеф-повар Максим Григорьев. Овсяная каша с финиками и орехами, постная. Про пользу овсяной каши знают все, и стар, и млад. А если к простой овсянке добавить финики, орехи и мед, получится не только очень полезно, но и нереально вкусно. Честно-честно, очень удачное сочетание. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Вода 200 мл. Масло кокосовое 1 столовая ложка. Мед 25 мл. Овсяные хлопья 1 ст. Орехи грецкие 75 грамм. Соевое молоко 250 мл. Соль крупнокристаллическая 2 щепотки. Финики вяленые 75 грамм. Шаг 1. Потребуется молоко соевое, любое растительное, овсяные хлопья, желательно долгой варки, финики, орехи, мед по вкусу, соль. Шаг 2. Молоко смешать с водой, довести до кипения. Шаг 3. Измельчить финики, орехи. Шаг 4. Добавить 2 щепотки соли и всыпать хлопья. Перемешать, поставить на огонь, довести до кипения, накрыть крышкой и варить на маленьком огне, как указано на упаковке, 10-15 минут. Шаг 5. Добавить орешки, финики, кокосовое масло. Шаг 6. И звать всех к столу. Подавать с медом. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.